вижу никого тут, блядь, кроме этого мессера, блядь. Как со 110-кой, блядь. Рэш, наверное, сказал, что типа, блядь, вижу, захожу, блядь, чтобы просто другие не приходили. А сам еще даже ухо не врыло, еще даже не подлетел. И вообще там на филде, блядь, перезаряжается. Он таковой. Ну чё, кто-нибудь сгонит эту хуйню вниз-то или нет? Я не могу понять, блядь. Видал, что ждёт, блядь. Нервничай. Не говори-ка, а. У меня ж, блядь, бензин-то не бесконечный, блядь. Он под ним летает, и... Сука, а хуй достанешь, блядь? Блядь. У меня всего лишь 300 литров, блядь. Имейте совесть, ёбаный в рот. Почёсываешь, блядь. Гашетку туда. Не только, блядь. У меня квадратный осталось. Жди. Не только гашет. Ждите, прямо над машинками перелетел, вот он сейчас над машинками уже летает. Прямо вот над значком, блядь. Уже выше залез. У меня на подходе мессерок образовался. Началось, блядь. Так что? Сорвалось одна. То, что у тебя там греется. План не удался, блядь. О, кто-то к нему прилетел, блядь. Прилетел. Рэш. А ты люблю, да, ты это, только его сильно не стреляй, тогда просто надо выпустить. Не поцарапай его, блядь. Да, то есть ты не порти его, он хороший. Курку не порти, блядь. Я вижу, как ты наводишь на него свой ствол. Не надо этого делать. Не надо так делать. Он густом поливает еще тоже, блядь. Мессер вообще красава. Ну все, хорош, он сейчас вниз пойдет. Больше не надо, задымил и хорошо, молодец, красавчик. Перепота. Теперь мы тебя любим, уважаем, Карина, но ты его больше не стреляй. Серега там еще хорош, убивает, блядь, все убивают, блядь, а маленькому черепахе тут кто что даст, блядь. Хоть бы крошку угонили с этого пиршества, блядь. Так. Вот, видишь? Можешь, когда хочешь, блядь. А, ладно, пусть он тут вот поближе какой-то. Опа, 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 опа. Ты где? У нас тут вулч. За своим мессером следите. Ну, с танками что-то высотное мессер какой-то. Боится. Очень. Она друзей зовет, блядь. Не ты еще не взять ее в половину, блядь. Это при том, что я по нему попадал, блядь. Ты говоришь мессера хрустами. Вот тебе раз, блядь. Это фугасом, блядь, наверное. У тебя чисто, по крайней мере. Ты же, блядь, ты можешь его повернуть, Серега? Я не знаю. Нет, он прям ничего не хочет делать. Он... Какие-то бежит. Бочки крутит, блядь, непонятно. Вопрос на кой ляд. Не свойственно ему манере. Рэш, как у тебя-то там? Ебать, это шестёра идёт, блядь, у меня нахуй ещё. Ёпта, вот он чё мигает-то. Серёга, сзади, сзади. Сзади, сзади, я закрутился с ним, блядь. Ну, крутись. Вот и тебе машинка. Да, вот и мой, блядь, булочка. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, и шаг, блядь. Ты чё, блядь? Вот так нахуй это делается. А вот и всё, привет, блядь. Это чё не привет, нихуя себе, на чём он, блядь? Ай-яй-яй-яй-яй, блядь, нет. Извините. Извините, что порнул. Нихуя себе туркан нормально крутится. А на чем он, на имейте, что ли, был, блядь? В смысле, ты хочешь сказать, что тебя сбили? Не, я упал просто, блядь, он меня не сбил. Ну, классно. Попал. Теперь я так понимаю, но он там был. Зацепил что-то, но это хуйня, там одна пулька попала. Тут мессер с фонарями летает, потом бьет его. Блядь, мне надо к вам, короче, лететь. Что-то вы, блядь, долго там их режете. Чувак, ты должен, блядь, уже давно разрушиться. Ко мне летят гости, блядь. Ну, вот это уже серьезно.
выше меня, блядь. Где ты? В районе филда их него. Ой-ой-ой, кто это у меня пьет? Блядь, почему он исчез? А вон он. Кто сейчас с фонарями? Двое, блядь. Рэш, это же мессер. Ну ты на него заходишь, там шесть человек, кого-то, блядь. Ну это я воюю, я убиваю мессера. Сразу бы сказал. Где есть? Да я только взлетел мне. Блять, а куда их потом поведу, я вот думаю, блядь. Вот так вот, Рэш. К танкам к ихним веди, в ту сторону, я лечу туда. Кто за самое? Давай. За фонарями летают. Тут два мессера в районе килфилда ходят. А, в смысле, в цель, Фил? Да. А, все, иду туда. Один что-то куда-то разгоняется, гандон, блядь. А, он меня не видит, он меня ищет. А кто ищет, тот всегда найдет, блядь. Так, итого у нас в квадрате над танками 18-26 фока. Блять, я проскакиваю, его прикинь, блядь, сука. 18-26? Да. Миха, 18-26. Как дела у тебя там? Фока. Воюю, 2 метра у меня. Это пешка, блядь. Блядь, бегу, нах. Фока перевод. По нулям, Миха? Не-не-не, 1500. Короче, я только в 17.26 захожу, иду к тебе. Принял. Ай-яй-яй-яй, пробивает, блядь. Не, 110-ка, что ли? Пиздец, блядь, проебал 6, сука. Да ладно, блядь. Жужа меня атаковать будет. Нахуй. Блядь, хуёво. Да пиздец, блядь. Снимайте, кто это снимает я? Блядь, а? Рэш, ты? Нет, я уже из БК. Нахуй ты полез сюда, Мих? Нормально тут все было, проебал, я просто не подлезли, блядь. Там, блядь. Хули уже. Мне один квадрат до их филда. Ты прям где? Над филдом? Да. 18-25 жужа идет. Тут их дохуя их. Так, все, я за подмогой. Во, одного сняли, на. А, о, вижу бой. То есть зениток там нету, нахуй. Как это нету, блядь, полный филд, я тут присяду. Уходи, уходи, уходи оттуда, как это? Так ты же говоришь филд с зенитками, как ты сядешь? А? Не засчитаешь же меня? Половину посадки сюда. Так это ихний филд, ёбаный в рот. Это ж филд. Так плен засчитаю, ты чё? А смотри, там месяц дым и лапку гоняет, вот это, смотри. Вот филдом прям, видишь? Вижу. Дымный нет. Над нашими, над синими танками, посмотря на значке, оно, вы не будете воевать. Вы не да, будете. Мессер уже все вздыхает, нахуй, я смотрю. Он с красной мордой его побивал, сука, он меня, блядь, подставил. Кстати, мне осталось, по-моему. ВК, я не знаю, сколько мне осталось. А сколько у него БК, блядь, у стрелков? Так, блядь. Слушай, уже, блядь, БК-то это много.
И она шести лишь. Самолет-то не маленький, блядь. Чувак, ты ж не выйдешь сейчас, нахуй. По-любому, нахуй, не выйдешь, нахуй. Вот, наверное, сейчас и кончились. Чё там, блядь? Пец, догнал, блядь. ПК кончилось. Так, я минут на 20. Серега, что там у тебя? Жужа за мной идет. 18-24. Где? 18-24, к танкам подхожу. Блять, иду. Мне. Я с севера иду. Мне квадрат целый, ну. Ну я к тебе поверну, Коша. Я сейчас захожу в 17-25, 9. Я 17-25, первый тогда. Ты первый, да? Окей, давай. В смысле, за тобой идет жужа? Да. Охуеть. Ну, мне быка кончилась, я ее пробил, она дымная. По ближнему за мной идет. Давай, иду к тебе. 17-25 первый зашел. Я 17-25, сейчас буду заходить пятый. Ну, гуд. Курс на тебя 230. Вижу тебя дымного. Дымный это он. Нет, дымный ты. Да? Вижу тебя. Чуть-чуть левее возьми, чуть-чуть левее возьми. Все нахуй. Вот так иди, вот так иди. Я сейчас в лоб снизу ее буду атаковать. Давай, давай, давай. Писали, что ты убит. Да. Вот так и иди. Так убит, блядь. Трик, да. Пиздец. Вот так и иди, заебись. Вот так и иди, Серега. Вот так убит, блядь. Кадет. Ну вот написала. Убит. Я появился на челде и завис по игру. Блять, пикирует, Серега. Ну все, давай убивать его, че здесь. Да блять, ну что за фризы? Ну ебаный в рот, блять. Вот что за сближение и фриз происходит, а? Ну да, да. Говно ебаное, блять. У него задних стрелков нету, я их всех измотал. Так, пробил хорошо сейчас, ага. Задних стрелков нету точно? Да, я, ну, по крайней мере, а, ну, заебись. Так, у нас две машины подходят. Два мессера, Олег, слева. Три. О, где, нет, где, где, нет, где нет, нет. Квадрат это танки, 18-25 танки. Так, что-то у него отлетело нахуй. Ага, ага, мочи его. Еще там, попал, нахуй. Так что, подходит то, нет? Нет, там бой отдельный, воюй. А, понял. Все, кажется, он прыгает, да? Да, готов. Ну, а, меньше. Иди, короче, на значок. Там три машины было, четыре. Вон они. На танке? Да. Вижу. Так, подходит какая-то хуйня ко мне, Серега. Это наш нах. Это мы с тобой разменились. Справа, справа, видишь, перевернись. Не-не-не-не, это с ботом. Это пока, у тебя на 6 пока. Переворачивайся на 6 пока, 300 метров. Да нет, это лавка за мной идет справа. Точно? Да. Фу, блин, точно. У меня такой ракурс был, мама не горюй. Так, граница. Мне надо границу, там у меня велосипед в кустах. Так, вон там война какая-то или что-то такое, ну. А тут над танками что-то куча кружит. Там много контактов. Это что, все свои? Все свои, блядь, да.
Блять, так, это наш. Это тоже наш. А там внизу что? Там ИЛ и пешка, по-моему. А, пешки, ну. А вот еще какие-то два контакта прорисовались, блядь. Не, ну это не серьезно, вот такой фриз, когда на схождении, что да. За фигня вообще, блин. Кстати, на высоте вот его он не такой сильный. А как эти убрать? Паровуз уметь. А надо вот ее убери. Конфиг не. Но тогда только настройки больше нельзя заходить. Или поставить для чтения файл. Последняя лавочка. Да, не подход, блядь. Запада идет что-то такое крупное, бля. Примерно... Б-17? 18-24. Опа, 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 падение, падение, падение. Мессер падает сверху, внимание. Алярм, блядь. Танечку опять по рукам. На танки, на танки, на танки, на пешку, на что там, блядь, атаковал он на... F2-ка, на... Ушел наверх, на... А тут хенка летит. Что я за дичь, что прыгнул, один ты самолет потерян, да? Да. Хенка к танкам подходит с запада. Ладно, буду прыгать. Есть кто повыше? Так, и что тут? Лавок 8 штук. Готов нахуй. Непонятно. Взять наблюдателя. Случайно нажал, не хотел. Но лучше так. А тут взлетаешь, Серега. 8 лавок было, кончилось. 8 лавок было. Сейчас тут я смотрю. Да одна была, я последний зажег. Ладно. Якорь подобного возьму. Что ж. РПК поставлю. Не заблужу. Чай. Так. Хенка идет или что это за хуйня? Да, хенка вроде, блядь. Я уже 3 раза сказал, что хенка идет. Видишь, тебя никто не слышит, меня заметили, блядь. Сыга. Пониже бы, блядь, была, сыга. Пониже бы, падла, высоковато идет, блядь. Высоковато, блядь. Не для моего пылесоса, блядь. Все, готово, я ее зажег на. Хуя, и он тут еще ебашит. Нахуй, кто ее трогает, блядь? Они не прыгнули, блядь. Ты, короче, будешь должен. Хуя себе, я такую позицию занял, чтобы ее атаковать, охуенная, блядь. Дал телепата свою нишу нашел. Класс, блядь, от пилда, а не, я ее видел далеко, я еще там ее снизу видел далеко, на. России протирал там, блядь, перед взлетом. Напутствие давал, блядь. А ты взял и сбил. И вот захожу я на нее, и тут меня поймут. Так, черепаха, мессер над нами. Мессер над нами, заход на заход, заход. На кого-то заход, короче. Вот атака, видишь? Я вижу, блядь, но это как бы высота нереальная. На таких высотах, блядь, летать надо запретить, блядь, правила международного, блядь, ИКАО, нахуй. Черепахе надо чуть выше березы, блядь, вот, заебись. Чтобы достать было, блядь, рукой, блядь. Мишаня, блядь. Ушел на свечку, выпрыгнул выше березы, блядь. О, так там на этого мессера, блядь, извините, 5 рыл, блядь, настроились. И ты внизу шестой. И я тут держу, да. Так, там есть, и навстречу ему еще один идет. Слышь? Прекрасно. А ножки ему дает, на. Сейчас он зовет своего напарника, чтобы прилетел и убил 5 рыл. Да он навстречу ему летит, что ты, блядь. Вижу, я вижу, блядь. Так ты видел, сколько вас там, блядь? Нормально, нах. Нормально. На встречу там летит, блядь. Тюрбан, тюрбан. Смерть, он уже мертвый летит, просто пока не в курсе, блядь.
нихуя тут, блядь, высоты. Ёбаный в рот. Ебать, так, блядь. А как вот этому парню тачу на 6, блядь, вот скажи мне. Клиент, походу, делал, блядь. Ёбаный рот, блядь. Клиент нарисовался. Да. Ну не стреляйте вы по моему клиенту. Опель? Опель. Едет Опель, блядь. Пилось, блядь. Вот че вы к нему пристали? Он упал. Тебя в все равно. Идите наверх, где летали. Тебя все равно вынудят, блядь, брать скоростную машину. Не нахуй, на красных я долетаю, надо. Это хоть по фану, блядь. Угу. Пофаниться полетать. Так. Хуя он что-то. Лага по низам ходить с яшкой, блядь. Опаньки. Привет, роднулька. Как давно я тебя ждал, блядь. А кто там красотулька-то какая? В чем? О, они филд уже начинают мутить. А нахуй, блядь. А нахуй, блядь. Так, не пизди, блядь, Гелап. Еще не знаю, он был живой, блядь. Начинается, блин. Готов, тебе уже засчитали его. Куча голосов, блядь. Так, там еще, кажется, есть, на. Нет, это вроде наша, нахуй. Слышь? Тем более, что у меня к Туркану был лично. Так, короче, этой цели уже нету, короче. Танки убили, нам надо отсюда валить, нахуй. На следующую цель. Пошли на арты. Какие арты? Ой, на арты. Что там у них? Филд, филд. Не филд мучат наши. Пошли на следующую цель. Да. Здесь рыбы нет, нахуй. Черепахи всякие пиздят киллы, блядь. Черепаха, блядь, его нулячего расхуячил. Угу, расхуячил, на. Расхуячил, еще и крыло отстрелил, блядь. Пока вы там, блин, это, со своими высотами и скоростями ебали, черепаха уже, блядь, поднырнул. Включил пылесос, блядь, и все пошло. Там какая-то стрельба над этим. И пошло всасывать, блядь. И пошел по планете, блядь. А вы где, Серега? Я взлетел только. Над филдом? 16-27. Олег, Олег. Высота какая? Лосня какая-то. А, ну, мне 2000. Высоко, озеро прохожу. Лифт. Ну там вроде ил, блядь, один. Ба, я уже прошел его. А, не, дала, не, нихуя, отбой. Интересно. Один вот, ил, блядь, что-то ебет кого-то. Как это неинтересно? Ил ебет кого-то. Это интересно, нахуй. Да. Так он же на земле кого-то ебет. А-а-а, это не ебет, это ковыряет, нахуй. Да, это, блядь, это у него, на это... На подножном корму, блядь. Пошли, вот я захожу на нее, и тут меня подрезает. Кто? Черепаха на ишаке. Сам словосочетание, черепаха на ишаке. А кроме филда еще и не осталось. Нет, а зашел в квест, и крик какой-то. Так, вверху атака была на нашего кого-то, на... Черепаха 1724, сектор 6. На 3000 где-то. Война на. Принято. Как привык, блядь. 1726? 4. Да. 1724, сектор 6. Там война идет на 3000. Половина где-то. Ну, может, 4, блядь. Войну, блядь. Ну вы, блядь, реально пиздец. Пойдем. Где вы видели такие березы, блядь? Скажите мне. Где вы видели такие березы, блядь? Опять не по-ивонному, блядь. Ай. Мишаня знает, как бы, блядь, схему. Опа, 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 опа. Над филдом тоже, нахуй, война. Над филдом прям война, нашего атаковали. Фока, что ли, блядь. Вот это вот уже как бы ближе к телу. Во, беру его, нахуй. Мишаня, ну ты же помнишь про схему, да? Да. Надеюсь, не забыл, блядь. Плохо слышно только сейчас что-то. Это все, блядь, Серегины эти плагины. Блядь, там, а да, их ближе, блядь, чем я. Не-не-не, я пошел на другого мессера, этот приходит, нахуй. Хуй достанем, блядь. Туда наверх вертикалка выпрыгивает. Заставляет. Да на южного меня. Пошел. Опа, опа, опа. А тут что-то мессер за нашим идет, блядь, вот прямо вверх-то выпрыгивает, вот перед филдом ближе. Ой, блядь, стрельба хуйна. Вот, 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 это... Да, это мессер, на кого-то заходит, заход на кого-то. Нет, да, нет, все нормально. Не пошел, Мих.
таких, блядь. Так, и тут немного надо спустить. И все, и он домой, блядь. Есть контакт. Пошел родимый. Давай, блядь. И сюда. Теперь на какое-нибудь правое-левое крыло, блядь, перекладись. И все, бля, по плану. Началось, нахуй. Короче, пускай бежит, нахуй. Ну, все, по светкам дал, блядь. Миха, я слева. Это не для моего мотора, блядь. А справа кто, блядь? Так, а ил как бы целенаправленно наш какой-то. Да, это тоже наш. Черепаха, что там у тебя? А ничего, что, блядь, за месяц погнался. Где мессер, говори? Да ушел он уже, он. Так скажи, где? 17-23 в 6 туда сектор, где-то туда. Понятно. Миха, вон на облаках мессер. О, Миха, идет еще один мессер. А, черепаха, это ты за ним бежишь, что ли? Я нет, что, блядь, нахуй за ним бегать, блядь. У меня уже все, стволы опустились, блядь. Настроение пропало, блядь, я не пошел. А где ты, блядь, этого мессера видишь? Да вон он, 17-24, сектор 1 где-то. За ним бежит якорь, что ли, она? Да, да, вот я про него и говорил. Курс 200, двое очень далеко. Но я про них и говорю, Миха, это якорь бежит за мессера. Да это вы что, охуели? Это, блядь, хуй за где, блядь? Это у Филда. Да, я про то, блядь. Да, это далеко, нахуй. Я про то же самое. Ладно, высоту набираем, нахуй. Так, ладно, я тогда опускаюсь. Ладно, блядь. Давай, возвращаемся к Филду, нахуй. Хуйня это все, блядь. Так, лети к Филду, это, блядь, не очень хорошо, нахуй. Миха, возвращаемся к Филду, к цели. Крутим. Так, есть контактик. Это кто, мессер, не мессер, блядь. Мессер, ёбаная тетя. Где? 17-24, третий сектор, высота, блядь, да небольшая высота, 1003, блядь. Чего? Третий сектор, блядь. А какой это третий, мы тут, Миша? Да, третий, 17-24, блядь. Это точно мессер, ёбана в рот. Да, мессер. 17-24, второй сектор, блядь. Над облаками идет, прям над облаком вот сейчас пиздуки. Даже уже ниже меня, блядь. Он вообще охуел, что ли, блядь. Страх потерял. Ну падай на него, я не вижу. Я иду за ним как раз. Дай оно, коротко. Дал оно. Ты, блядь. На него, бля. Он куда-то снижается настойчиво, блядь. 18-24 уже снизился, блядь. Но он за пятый сектор. Точно мессер-то, блядь. Да я заебал ты, Мишаня, точно, блядь. Да ликвирую, 18-24, третий сектор. Высота 1000 у него, блядь. Миха, дай оно. Дал. Вы че, блядь? Нету ты. А, ну я над тобой, да, это я над тобой. Ну. Вот он уже, блядь, почти на нулях, ебать. Уже ниже облаков. Да я пулю, да, я делал там, блядь. 17-25, пятый сектор, блядь. Я за ним бегу. Если он это можно сказать, идет, бегу, блядь. 17-25? 18-25. Олег, направо, направо, поверни, направо. Это якорь. Это якорь, да. Так, я подошел. Он на машинке пошел, короче. Так, какой там на машинке? Нет, все, повернул, блядь. Повернул. Вот, вот. Стал вираж, блядь. А, вижу. О, давай, дорогой, вот, родимый вот, мой, вот блядь. Вот это другой разговор. Вот это другой совсем базар, блядь. И сейчас. Точный квадрат и сектор, еще раз. Уже поздно, блядь. Плохо слышно, блядь. Ты по 17-25, пятый. Вот есть же, друзья. Вот есть, друзья. 16-25? Блять, 18. 17-25 первый уже, блядь. Все, понял. Серега, это у нас уже сзади, блядь. Уже на нулях, слева, блядь. Слева, вообще, слева. Сука, на нулях. 17-24, третий сектор идет. Он на него уже пикирует кто-то, блядь. Наверное, Сереженька, если это помалкивает. Нет, нет, я на 4. Блядь, я не спускаться. Уже его хуячить сейчас будет. Всё, блядь, круто. Я промахиваюсь, сука. О, закрутили, блядь. Нормально. А, ну вон, вижу их, Серега, вон они, внизу. Крутит,
блядь. Так я не знаю, стоит. Да нет, там что там, там они сами разберутся, на. Так, надо топливо поэкономить, на. Как тут климат летит у меня, ёбаный в рот. Это ты с ним, Вольф, да, тут развлекаешься? Ты давай на подфайте будь. Да я-то буду, они что-то, блядь, быстро и больно, сука. Да какой быстро крутится он? Так, хули крутится, то бля, крутится. Бля, не надо в лоб, пидор, блядь. Так а что ты с ним делаешь-то, блядь, Вольф? Валя, уворачиваюсь, блядь. Уже уворачивается. Уже уворачивается. Только все началось, блядь. Не ходи в лоб, пидорас. На, нахуй, блядь. Черепаха имеет право на него. Черепаха имеет вообще конкретно право. Как его найти, блядь. Ой, блядь, увидел. А тебе советовал. Подрачивай, блядь. Чё, пиздец ему, блядь. Черепаха уже... Ну чё, ещё покрутимся. Кончинка пошла уже в него, блядь. Пиздец, блядь. Черепаха, отойди, я догоню. Я крутанул, блядь. А, нахуй ещё. А ещё, на. Это, блядь, не падаешь, я не могу понять, блядь. Должен же уже. Дучка какая, крашеная, блядь. Сейчас пиздят еще. На, нахуй, минус движок, блядь. На тебе еще минус пилот, блядь. Минус стрелок. Ой, сейчас пока мы тут стрелять намылился, блядь, посмотри. Мешай, вот на, нахуй, минус крыло, блядь. Потому что я не знаю, что тебе еще, блядь, отрезать, блядь. Ой, блядь, чурка не русская упала, блядь. Серега, 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 внизу бой, слушай. Серега, оно дал, видишь? Так, я накил. Или это чё за хуйня? Да, 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 бой. Оно, видишь, Серега моё? Бля-бля-бля-бля. Ты внизу, что ли? Да, 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 да. Падаю, вот прям подо мной бой. Блядь, потерял Денис, сука. А, вижу. Я видел бой, но я, блядь, пока смотрел, я потерял. Я вижу тебя. А, вот влево уходят, влево уходят. Блядь, а, не блин. Вижу их, где они? А, вот они. Это 16-24. А так, какой там нахуй бой? Там два бобра, наш, по-моему. Красный. Нет, 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 вот мессерно. Это лавка. Блять, был же мессер, сука, на шести у Яка, блять. Да я тоже, когда это разговаривал, видел, мессер перевернулся. Вниз пошел. Серега, на я тысячу. Все, вижу мессер, атакую, вот он у меня. А, про чё? Ну, в левом фраге. Эмилька, нахуй, да. Не знаю, Олега спрашивает. Витька пускаем или не пускаем? Да, да, да. Серега, у меня патроны кончились, оно дал, вот и... Иду за мессером. Аль, я вижу его. Вон Миша подойдет, квадрат скажи ешь. Вот его атакуют. 17-25, 7. Блять, ну я же тут. Прям по нулям. Вот ты сейчас вверх пошел, Серега. А, справа, справа, справа у тебя. Я справа видел, ага. Блять. Да на меня так. Тут якорь еще заходил. Блять, как всегда, патроны кончаются в самый неподходящий момент, блядь. Да, ёб твою мать, это опять не тот. Блять, бери мне ручку, дручек. Да нет, я иду за ним. Ты Эмилька. Подогонишь. А. 17-25, 5 сектор, где, блядь? Да нихуя, это не Эмилька, это старый придрил, блядь. Да нет, это Эмилька был. Второй. В какую сторону уходишь, Миша? Курс 300. На квадратишь? Враг тебя ждут. 16-24? Итёк что-то, блядь, видимо, за красный. Я вот доедаю уже, да. А, вон все. Какие-то все дела, блядь. Блядь. Западний Челгаду. Готов, но... Что, не пойдет летать? А он там что-то сейчас дома делает, как какой-то то ли, блядь, уборку, то ли окна какие-то моет, блядь, короче, что-то. Не, говорит, попозже, блядь, вечером, но уже, наверное, с нами не то пойдет. Mm-hmm. Я так понял, ему заказник неохота, на самом деле. Да,
Так, осмотрим 6, все смотрим 6, это 1, 2, 3, 4, это красненькие все, да? Да. А что там илы-то работают? А рукобуды? Черепаха, ты домой идешь? Да, у меня топливо уже. Я у тебя слева иду, нахуй, где-то 6 километров слева. Прямо на 9 часов, на 9.30, наверное. Я почему-то тебя не вижу. Высоко? По нулям иду, вон у тебя на 9.30. На. Дай оно, ты? Дал. Да, я у тебя прям слева иду. Дал оно, смотри. Летаю на лапченочке. Видишь, слева иду, 9 часов. И обзора вроде так, как нет. Увидел, бля, еле-еле видно. А нормально? Да, ну нахуй, ты у меня вообще жирный, блядь. Я тебя нормально без оно лучше вижу, видно, чем с оно, блядь. Вы отходите или что, Олег? Да, на посадку. У меня патронов нету, но. Бензин закончился уже почти. Мои несчастные 300 литров были потрачены, блин. Хорошо хоть с пользой. А это что такое летит, блин? Это наш летит. Вот такая вот. Ой, Олег, а у тебя сейчас какая скорость? Вот просто? 500. 500. А у меня 400. Ну да, ты так-то обгоняешь, конечно. Но я бы не сказал, что прям стремительно. Хотя на 100 так, конечно, между нами 100, расстояние 6 километров. Конечно, не стремительно, блядь. Нихуя ты, блядь. Немножко гепатинуза не учел. Вот Мишаня молодец, закрутился с мессером, блядь, не попал, все правильно сделал. Мне сразу так хорошо стало, какая, да? прям бальзам какая мне на сердце черепаха, капнул, блядь. И я тут в кроссовках Adidas, блядь, все заебато. Мы вот улетел бы, шельмец. Ё-моё, блядь. А, Олег, у меня сзади совсем близко мессер атаковал нашу эту, блядь, как её. Квадрат. И чё? Сколько, у тебя БК вообще ноль? Ну, у меня вообще ничего нету. 16-27, 8 сектор, блядь, он наверх выпрыгнул. А чё он там мог атаковать? Пешку нашу атаковал, блядь. Охотник какой-то там лазит. По низам? Высота небольшая, 1000 где-то. Вот пешка дымная, блядь, летит. Сука, вот если у меня сейчас из-за него пидор движок встанет, блядь, вот это будет обидно, да? То есть ты уже туда летишь? Да я под ним прямо, блядь. Как всегда, собственно, блядь. А нахуй я же снизу люблю, ты же знаешь. О, блядь, заход. Тихо, иди нахуй. То просит, то гонит, блядь. Так он-то, блядь, сейчас на энергии, Мишани-то нет, блядь. Согласен. Всё, теперь не так, блядь, радостно, на. Как хотелось бы, блядь. Там же 16-27? Да, в третьем. Только вывешивается хорошо, но я, блядь, Серёжа, нахуй, даже...